listen, yeah, that. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Yo, killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Yo, killers in the jungle. Праздник баскетбола в Шахуне, это реальный. Потому что финал баскетбольной школьной баскетбольной лиги, КСБаскет, это для Шахун всегда праздник. На мой взгляд, на таком финале такое количество зрителей. А это главное достояние. Мы считаем Шахунью мини-столицей баскетбола. И намерены и дальше продолжать в этом плане двигаться. Здесь любят баскетбол, любят за него болеть, любят в него играть. Мы еще в том году участвовали, но мы, к сожалению, проиграли Нижнему Новгороду, автозаводу на 2 очка. В этом году мы поняли то, что надо все брать в свои руки и по полной выложиться. Вот. Мы очень сильно старались, не опускали рук, собрались все вместе и команды выиграли. Один из самых спортивных городов, к сожалению, находится несколько далековато от центра, но это не мешает быть горячим нижегородским сердцам, пылать на севере региона. Мне кажется, что у Шахуни с баскетболом должно быть хорошее большое будущее. Большое спасибо и низкий поклон тем зрителям, которые пришли и досидели до конца этого замечательного мероприятия. Благодаря вам оно прошло на ура. Спасибо большое. Мы видим новые фишки, соответственно, клуб, федерация смотрят за новыми тенденциями, они в теме, и все здесь, я думаю, что получилось. Я думаю, с удовольствием будем сюда еще приезжать. Буквально сегодня, там, пару часов назад мы обсудили более еще большое масштабное мероприятие, и скоро об этом всем расскажем. Wait, wait.